Приветствую подписчиков и зрителей моего канала «Одесса, 8 августа». 5 минут назад появилась официальная информация о том, что над Одесской областью силами противовоздушной обороны была уничтожена крылатая ракета морского базирования типа «Калибр», которую выпустили с подводной лодки в Черном море. Об этом заявило оперативное командование «Юг». Также ранее сообщалось о том, что одна ракета была уничтожена силами противовоздушной обороны над Одесской областью и 3 ракеты над Уманским районом Черкасской области с помощью авиации и также противовоздушной обороны. Поэтому по состоянию на сейчас все выпущенные ракеты по Украине были сбиты нашими силами противовоздушной обороны и при помощи нашей авиации. Прилетов нигде нет, все обошлось. Огромное спасибо нашим силам противовоздушной обороны. Я на связи, как информация будет обновляться, сразу же буду сообщать. Не забывайте подписываться на канал. До встречи, всем пока.